Свыше 500 миллионов рублей направлено на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксара в 2020 году. Как ресурсно-снабжающие организации выполняют инвестиционные программы, об этом говорили на совещании в городской администрации. В планах на этот год провести реконструкцию кабельных сетей, капремонт ряда теплотрасс и систем водоснабжения, строительство водопроводных сетей, модернизация оборудования. В частности, планируется заменить 19,5 километров теплосетей. Это в два раза больше, чем в прошлые годы. К 15 сентября, отмечают в администрации, объем финансирования будет освоен, и к началу отопительного сезона все работы завершат. На обновление систем водоснабжения и водоотведения выделили более 230 миллионов рублей. Водоканал планирует до конца года завершить ремонт нового загородного и загородного коллекторов. Работы проведут и на Чесной водопроводной станции «Завражная». В связи с этим 8 августа ровно на сутки во всем городе будет прекращена подача воды. Сейчас опасения вызывают сроки выполнения работ на объектах электросетевого хозяйства. Как отметили на совещании, компания «Коммунальные технологии» значительно отстает от графиков. Необходимо сказать, что коммунальные технологии на сегодняшний день, в связи с тем, что сегодня находится в стадии банкротства, выполняют только аварийные работы. Поэтому городской комитет по управлению имуществом судится по расторжению договора за неисполнение инвест-программы. Понятно, что ветшает вся эта система, и что мы там получим через год, через два, через три, неизвестно. Хотя даже в этом году у нас заканчиваются договора. Ну и здесь неоднозначные позиции могут оспаривать, отсуживаться и так далее. В общем, я прошу там на постоянном контроле держать, и к концу года мы обязаны забрать все имущество в казну и передать другому предприятию.